Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Как соблюдается указ главы республики о мерах по предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции в Архызе? Провели рейд. Свои знания по географии России проверили более 1400 жителей Карачаево-Черкесии. Республика присоединилась к акции «Географический диктант». Он внес неоценимый вклад в развитие науки. Сегодня юбилей отмечает ректор финансового университета при правительстве России Мухаддин Искендаров. Никиту Меркулова торжественно встречали на границе Карачаево-Черкесии со Ставропольским краем. Юноша стал серебряным призером первенства Европы. В преддверии зимнего горнолыжного сезона начались проверки курортов Карачаево-Черкесии. В Архызе рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства туризма, администрации Зеленчукского района, Роспотребнадзора, полиции, совершили рейдовое мероприятие по соблюдению указа главы республики о мерах по предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции. Подробности у Мурата Джанкезова. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут мы в составе рабочей группы с представителями Министерства туризма, Роспотребнадзора, администрации Зеленчукского муниципального района проходит рейдовые мероприятия по соблюдению указа главы по нераспространению коронавирусной инфекции. Рейдовой проверке подверглись объекты временного проживания, гостиницы, хостелы, отели, гостевые дома. Также проверили точки общепита, кафе, рестораны и бары. Нами проверяется так называемый входной фильтр. Это наличие QR-кодов у гостей, которые заселяются в гостинице. Также проверяем наличие QR-кодов у сотрудников. Проверяются наличие санитайзеров, масочный режим, наличие разметки. Также проверяем журналы телеметрии персонала. Сертификат присылают, я его распечатываю. Теперь у кого есть медицинские отводы? Как это выглядит? Заключение врача. У нас вот один с медицинским, значит, она сделала первую прививку, потом заболела, и сейчас ей дали вот медотвод на полгода. Основным, но уже реже выявляемым нарушением является отсутствие запаса определенных дезинфицирующих средств, рекомендованных к применению против вирусных инфекций. В целом неплохо. Единственное нарушение были выявлены. Отсутствие дезрастворов именно для вирусных инфекций. Дезрастворы есть, но для грибковых, для бактериальных инфекций, а для вирусных не везде есть. Мы в гостиницу принимаем в трех единственных случаях. Это если они имеют сертификат с QR-кодом, если они имеют отвод по каким-то своим заболеваниям, и если они имеют справку от терапевта, что они в течение полугода уже переболели ковидом. Во-первых, требует везде наличие QR-кода, это раз. Наличие обязательно маски. Сюда в данный момент вы не попадете без маски, это точно. Во все кафешки, во все развлекательные заведения без QR-кода вас просто не пустят и не обслужат. Это я лично себе проверил, и никакой проблемы в этом я лично не ощущаю. В целом, наверное, сезон... Курорт готов к сезону по ковидным ограничениям. В Карачаево-Черкесии продолжает действовать запрет на деятельность залов торжеств по проведению свадебных, поминальных, корпоративных и других массовых мероприятий. До особого распоряжения не будут проводиться спортивные и культурные мероприятия. Приостановлена деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров. В республике также усиливают контроль по соблюдению масочного режима. Мурат Шенкезов, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Архыз. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 28 809 человек. Из них 25 052 человека выздоровели, 842 госпитализированы. В это воскресенье по всей стране стартовала просветительская акция «Географический диктант». Это седьмой уже по счету географический диктант. Ну а сама традиция проведения таких масштабных контрольных работ не только для школьников, но и для всех желающих зародилась еще в 2015 году. С тех пор просветительский проект Русского географического общества вышел далеко за рубежи нашей страны. Ахмат Халкечев продолжит. Анкета участвует.
И в этом году свои знания по географии России проверили участники из более чем 100 стран на площадках, организованных по всему миру. В Карачаево-Черкесии на 40 площадках, организованных региональным министерством образования, протестировать свой запас сведений о землеописании родной страны смогли около 1500 жителей нашей республики. В Черкесии такие площадки были организованы на базе 10, 16 и 8 общеобразовательных школ. Этот географический диктант, я считаю, очень интересен и важен для наших детей, так как мы проживаем непосредственно на территории нашей страны. Это способствует развитию патриотизма в учениках, ну и, конечно, расширяет знания детей. И тем более, что это все практически большую часть тем, которые встречаются в диктанте, дети проходят в школьной программе. Участников диктанта на площадке 8-й школы республиканской столицы поприветствовал директор общеобразовательного учреждения Азамат Гогов. Он пожелал всем высоких результатов и поведал о том, насколько важны результаты всеобщего диктанта. Мы были федеральной площадкой и являемся по проведению и исторического диктанта, и других. Так что мы в этом направлении много раз принимали участие, но сегодня особенный день. Дело в том, что географический диктант имеет важное стратегическое значение. По проведению этого мероприятия выстраиваются планы экономического характера, оборонного характера, ну и другие все отрасли. В диктанте преимущественно вопросы, касающиеся именно географии 1/6 части суши. Ну а для того, чтобы показать хорошие результаты, помимо знаний территориальных особенностей нашей страны, участникам необходимо еще располагать и глубокими познаниями этнографии, литературы и истории России. Всего там было 40 вопросов, то есть каждый вопрос это 2,5%. И примерно, и уверен я где-то в 90-95%. Только в 2-3 вопросах я делал логически и наугад. А в остальных я полагался на свои знания. Здесь и мои личные познания, поскольку я очень увлекаюсь науками естествознания и историей своего региона и в целом нашей родины России. В завершении всем участникам вручили свидетельства, подтверждающие прохождение ими проверки знаний о родной стране. Ахмат Халкичев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями. Ночью и утром местами снег, туман и гололед. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, -6, в горах местами -6, -11. Днем -1, +4, в горах местами -1, -6 градусов. Черкесские облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -4, днем +1, +3 градуса. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске с 17 по 21 ноября в Центре развития предпринимательства. Обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок! Продолжаем выпуск. Сегодня отмечает свой 70-летний юбилей заслуженный деятель науки России, достойный сын адыгского народа Мухаддин Абдурахманович Искендаров. Пройдя путь от студента до ректора финансового университета при правительстве Российской Федерации, Мухаддин Абдурахманович внес неоценимый вклад в развитие одного из ведущих вузов страны, воспитал не одно поколение высококвалифицированных специалистов, способствовал продвижению отечественной науки и высшего образования. Именно под его руководством ВУЗ стал одним из главных образовательных и научных центров страны. Как руководитель и как ученый Мухаддин Искендаров пользуется высочайшим авторитетом и уважением коллектива университета. А его глубокие знания и богатый профессиональный опыт широко востребованы в решении актуальных задач финансовой сферы и экономической политики государства. Юбиляр родом из старинного черкесского ула Беслиней, который всегда славился своими сыновьями и дочерьми, внесшими особый вклад в историю своего народа и развитие родной республики.
Мультимедийный гид-артефакт теперь действует и в нашей республике. Загрузив мобильное приложение, каждый желающий сможет ознакомиться с экспонатами экспозиции «Дома национальности», где представлены лучшие образцы предметов культуры и быта народов Карачаево-Черкесии. Это мужская и женская одежда 19 и начала 20 века, предметы утвари, войлочные ковры, ювелирные украшения. Достаточно лишь навести камеру смартфона на объект, артефакт распознает экспонат и подсветит точки интереса с информацией об экспонате или истории его создания. Есть возможность ознакомиться с экспозицией и онлайн. Проект «Артефакт» – это проект, разработанный Министерством культуры Российской Федерации. Это онлайн-гид по музеям с пополнением дополнительной реальностью, с возможностью, что человек может, находясь дома, смотреть, ну, допустим, человек собирается куда-нибудь в поездку, в какую-нибудь командировку. Всем нам интересно узнать историю этого региона. И с чего мы начинаем? Начинаем с музеев. Можно до поездки посмотреть по данному городу, какие есть музеи в этом приложении. Посмотреть, какие самые лучшие экспонаты с их историей. Также при посещении можно использовать данное приложение, чтобы без экскурсовода посмотреть данную экспозицию. Сегодня Всероссийский день призывника. Воинская служба в России всегда считалась почетной и во времена царской России, и в Советском Союзе. В последнее время отмечается, что российская молодежь все больше проявляет интерес к службе в российской армии, заявляя о готовности выполнить почетную обязанность по защите Родины. В военных комиссариатах заявили, что процент уклонистов с каждым годом становится все меньше, значительно вырос процент здоровых призывников, подготавливающихся к службе в армии. В России уже начался осенний призыв. На военную службу планируют призвать в ряды вооруженных сил более 127 тысяч новобранцев. Сегодня на границе Карачаево-Черкесии со Ставропольским краем торжественно встретили серебряного призера первенства Европы по кикбоксингу среди юношей Никиту Меркулова. Он воспитанник городской спортивной школы номер 6. Соревнования проходили в Черногории. Никита в бою за выход в полуфинал выиграл у кикбоксера из Хорватии. В полуфинальном упорном поединке вышел победителем с оппонентом из Болгарии. В финальном бою решением судей было в пользу соперника Никиты. В итоге в копилке нашей команды «Серебро» встречали юного спортсмена на границе родственники и друзья. В кикбоксинге очень давно у нас не было таких побед, поэтому Никита подарил нам незабываемые ощущения. Мы смотрели, переживали за его боями и мы надеемся, что это станет очень большим и серьезным импульсом для развития кикбоксинга в городе Черкесске. Спасибо тебе большое. Спасибо всем, кто меня поддерживал, кто переживал, кто смотрел мои бои, болел за меня. Спасибо всем. Спасибо моему тренеру за подготовку. Без него бы я не достиг таких вершин. Спасибо моим родителям за поддержку. Всем спасибо Мурату Храчеву. Подготовка к турниру пошла немного не по плану. После сборов в Кисловодске на следующий день после приезда у Никиты подтвердился коронавирус. К сожалению, пришлось прервать подготовку и потом в экстренном режиме догонять поезд. Я считаю, что в принципе мы справились с этим. Мы прошли сборы у себя в городе, потом сборы в Подмосковье и уже вот на первенстве показали такой результат. Я считаю, хороший результат для сборной в целом. В принципе, учеником своим я доволен. Другой спортсмен из Карачаево-Черкесии Рамазан Каджаков завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по самбо, который проходил в столице Узбекистана, в городе Ташкент. Его тренирует Ансар Акбаев. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас премьера сериала «Стенограмма судьбы».